Всем привет! Сегодня я меняю топливный фильтр. Видео про замену есть на моем канале. На вот эту грязь внимания не обращайте, я ее еще не убрал. Я хочу немного рассказать и показать про установку насосов, что не попало в кадр. Когда я делал окончательный монтаж видео. Итак, по установке насосов FPP. Смотрите. Вот этот шланг на топливный фильтр длинный. Он ставится первым. То есть, смотрите, сейчас я вот беру шланг. Видите, он ставится первым. А вот этот шланг, вот он, короткий, он ставится вторым. А вот с той стороны длинный, он идет на топливный фильтр. А потом короткий. Не забывайте про это. Также рекомендую посмотреть видео про использование присадок. Будет очень интересно, стоит или нет. Если видео было полезно, ставьте палец вверх. Не забывайте нажимать колокольчик. Подписываться на канал. Всем пока.